Ваше мнение по матчу? Я думаю, что мы не очень активно начали игру. В принципе, такой темп был выгоден Акжетпесу. Они молодцы, забили гол. Но вот мы же продолжали в том же духе. Хорошо, что Жарко использовал стандарт. 1-1, да, стало. Во втором тайме, конечно, было сложно играть после удаления. Но думали о том, что чтобы не пропустить и постараться в контратаке забить, забили. Ну вот. Ну а в конце пенальти. Ребята его реализовали за Акжетпесу, заслуженно возят отсюда очко. Последний пенальти. Поскольку ну, конечно, мне обидно. Я был далеко, вы спросите участников, кто участвовал в этом эпизоде, они лучше вам скажут. Андрей, а вновь, вот как и в прошлом году, невынужденные желтые карточки, и вновь люди подводят команду. Какой-то разговор сейчас идет? Нет, мы об этом не разговаривали. Всякое бывает, случается. Лучше это сделать сейчас, и потом этого, надеюсь, не повторится. В составе Акжетпеса сегодня забил первый свой гол Александр Козлов, который играл за «Спартак». Вы за «Зенит». Можно сказать, что сегодня тоже была принципиальная битва двух легионеров? Нет, принципиальной битвы не было. В принципе, я думаю, мы на поле не встречались как игрок «Зенита», а он как игрок «Спартака». Но вот я рад за него, он молодец, в принципе, он перспективный парень, талантливый. Я надеюсь, что в Акжетпесе у него будет все хорошо складываться.